Легкой россыпью граната инсталляция превращается в произведение искусства. Твердое дерево и воздушный шелк, стамески и кисточки. Армянский скульптор и русская художница случайно нашли друг друга. Армен Шахназарян увидел работу Алены Самарцевой в социальных сетях и решил, почему бы не объединиться и не создать что-то красивое, уникальное и необычное. Называется «Единство». Я пока так называю, то есть они вместе и вот начали откуда. Да, идут вместе, видно где-то, а где-то не видно, но они все равно вместе. То есть, как бы смысл вот работы вот такая вот, и шар вот для меня, вот как бы не только для меня, вот это как бы и мир, и единство, и жизнь, и начало, то есть основа всего. Обычно это шелковые картины обрамляют резными рамками. У Алены и Армена все наоборот. В центре внимания скульптура, а расписные шарфы окутывают дерево и создают непередаваемый уют творческим работам. Это разные стихии. Вот. То есть, если дерево – это нечто природное, то, что выросло, то, что дарит нам природа, то шелк – это все-таки изобретение людей. А уж живопись по шелку тем более. И то, и другое искусство, и мы искусство природы обрамляем своим. Над выставкой они работать только начали. Впереди еще много кропотливого труда. Сейчас на повестке виноградная лоза. Идея пришла, конечно, из Армении. Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События.